Приветствую вас на своем канале. Здравствуйте. Сегодня я бы хотел разобрать такую игру, как Max Payne 3. Небольшой обзорчик. Поэтому фанатов игры Max Payne категорически приветствую. О чем вообще игра у нас? Ну, вспоминая первую игру, мы, наверное, знаем, что главный герой у нас это полицейский под прикрытием, который работает по борьбе с наркотиками. Вообще, сам по себе очень сюжет хороший, очень интересный, начиная с первой части, вторая и вот сейчас третью, да, ну, очень интересно, очень красиво, кстати, и качественно сделано. Не затягивает не только сюжет, но и сама игра сама по себе очень играбельная. Вообще, это первая игра, в которой присутствует такой эффект, как bullet time. Ну, то есть замедленный вот этот прыжок, да, slow-mo такой вот прыжок с выстрелами и прочее. Игра сделана в вроде как шутер от третьего лица, но с применением детективного такого нуар, да, нуар сюжета, именно детективного. В первой части Макс Пейн у нас, получается, мстит за свою семью. Во второй части он уже не полицейский, его садят в тюрьму, но там благодаря политикам его освобождают, и он также продолжает играть, ну, в смысле воевать против бандитов, против гангстеров, которые убили его невесту. Ну, и в том случае в основном у нас все из-за женщины, и я вас не удивлю, но эпизод третьей части также замешан на вроде как новелле, да, роман о любви. То есть тут он не, скажем так, не свою роль в третьей части Макс Пейн отыгрывает, не роль полицейского, не роль бандита, а роль наемника. То есть его наняли, бизнесмен, который платит ему за и охрану. И в процессе охраны он там теряет одну женщину и похищает, он не усмотрел, потому что злоупотреблял спиртным. Ну, все как обычно, мы вот видим даже со второй части и с начального ролика, вот этой третьей части, да, видно, что он злоупотребляет, бухает и уже давно-давно не полицейский. Тем не менее, графика стала намного лучше, движок, вообще все красиво, так и реалистично, очень интересно. Ну и вот этот режим Bullet Time, это прям фишка этой игры, то есть прям вообще потрясающий. Что могу сказать о третьей части? Ну, спойлеров не будет, то есть скажу только, что да, вот он там упустил женщин там из-под прикрытия, да, своего, и сейчас он пытается ее всячески вернуть, скажем так. Ну, вот на этом как бы сюжет и закручен. А вообще, очень интересно, всем рекомендую, особенно фанатам игры Max Payne, я считаю, что это очень даже интересно. Вот некоторые эпизоды игры, начало игры я продемонстрирую. Смотрите, пожалуйста. Я думаю, что очень потрясает сама графика. И сюжет, ролики, вот эти озвучка английская, оригинальная. Ну, на самом деле все очень даже понятно. Не посвящен. Ну, те, кто не умеет разговаривать по-английски, то я думаю, что поймут. Ну, по крайней мере, вот я особо не владею, скажем так, английским языком, но смысл передачи вот именно информации я понимаю. Но есть субтитры, конечно же, и, пожалуйста, есть время на них почитать эти субтитры, есть время сделать действия, которые от вас ожидаются. Я думаю, что игра очень удобно сделана, очень приятно и, в общем, приятного просмотра.
Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, пишите в личку ВКонтакте. Пожалуйста, всегда отвечу, всегда что-то подскажу. Ну, вот такой вот небольшой обзорчик сегодня. Ну а на этом все. Всем пока. Imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Where is he? I've done them enough favors. I didn't need to give them more of a head start. Looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive almost as much as I did. The control box was on the wall to the left of the gate. Being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late?
Continua dando multas. Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos. Chama uma ambulância. Fuck. You did good, Max.